Попить. Кофейку, да? Вот твое любимое место. Будешь молочный коктейль? О, слышишь, что-то другое. Ну, кстати, новый отель. Смотри, как вписался. Раньше на месте был кинотеатр. Теперь вот. Классика.
тебя? Вот, да. Чего, Фредди Меркьюри? Нет, это Pink Floyd. Кого? Они тоже... Вывел Ракью. Квин, ты чё? Какой Pink Floyd? Ну, он тоже играл. Нет. Фредди Меркьюри. Вот Фредди Меркьюри. Хочешь примерить что-нибудь? Энергия была. Вот, открою вам секрет, Вика мечтает о кабриолете вот таком. Где? Ты так же хотел есть, но остался? Да, только по чам. Если прикинь, манекен там свистит, есть интересно. Я такого не видел никогда.
фоне снимаем, гуляем. Если соберетесь на Ибицу и переживете все пересадки, то прилетайте. Короче, здесь сейчас хорошо. Такое ощущение, что мы просто вернулись назад на 3 года. Не было ничего, теперь все стало хорошо. Вечеринки все запускаются сейчас одна за одной. Вот вы уже видели на нашем канале, как мы ходили на Анс, как мы ходили на Голды, как мы ходили в Амнезию. Вот, также будем продолжать вам выкладывать материал. Собираемся на армию Ван Бюрена. В общем, очень много всего интересного. Так, кто еще не подписался, кто только зашел на наш канал, сразу подписываемся, ставим лайк и напишите комментарий, что вы подписались. Мы будем иметь вас в виду. Также вы можете нам написать, что вы хотите увидеть на Ибице. Мы доедем туда и снимем специально для вас. А какой мороженое? У меня мандарин и мята. Вика открыла для себя мороженое в Лос Валенсианос. Очень вкусное. Вот это попробуйте. Я не помню, когда это. Red Velvet. Red Velvet. Очень вкусное. Вкус необычный. И здесь, смотрите, так красиво подают, как в детстве, мороженое. Ну вот это стоит подешевле. Это около 3 стоит. Если хотите красиво, то подороже. Красно можно вот. И десертиков много. И завтрак можно. Завтрак мороженое? Такая карта большая. А здесь как было раньше, и такой большой корабль. Смотри, Mambo number 5. Вот, вот это. Ой,
собака какая. В мае было больше людей, чем сейчас в июне. А да, здесь пират. А мы в чужого поставили, да? Hello. Hey, Seth. О, бля, свет включили. Куда? А здесь вид на что? Кто живет, у него пентхаус там. И что, много зазвали? Ну да, у нас такой один когда-то был, он нам нормально зазвал. Просто проблема их хороших найти, они в основном все мертвые. И деньги не за что платить таким. О-о-о! Позиром. Давай телефон. Давай. Готово.